Сложна порой жизнь. Испытаний много, у каждого из нас своя ой дорога. Об этой истории я долго молчал, не все так просто вам бы сказал. Казалось, никого я не сужу и Богу искренне служу. Все ждал, когда мне повезет, и вырвусь я из всех вперед. Нам говорили, Бог судья, его все небо и земля, он всем на небе управляет, ничего не забывает. Людей под небом поместил, порой с людьми он говорил. А я, увы, не знал ответа. Как Бог благословляет человека? Встречал я бедных и богатых. Рабов встречал очень знатных. Не находил я нужных слов. А почему богатый Ов? Ну, всегда друзьями окружен, часто пиршествует он. Красивый дом, 7 сыновей, родил еще 3 дочерей. Волок верблюдов, что не счесть. А за что ему такая честь? Князей, вельмож, в лицо он знал, а я в душе негодовал. Шатры раскинул для детей, каждый вечер звал гостей. Потом он жертвы приносил, чтобы Бог детей его простил. Я тоже жертву приношу, но так как я в ней живу. Все говорят, он любит Бога, вот потому богатства много. А я в душе своей томился, хотел, чтобы Иов оступился. И вот один из будних дней, работы занят был своей, и шум на улице слышу. Он сорвало в доме сына крышу, погибли дети все Иова. Подумал, ну что за сплетни снова? Другой пастух Иова звал, сэр. Враг верблюдов с поля угнал. И мелкий скот мы потеряли. Так пастухи его кричали. Богатство Иов потерял, одежду верхнюю сорвал, сел в рубищах он возле дома и стало горлить в горле комом. Я не понял, что случилось сразу. А Бог послал ему проказу. Он пеплом голову покрыл, с женой о чем-то говорил. Я не расслышал этих слов. За что страдаешь ты, Иов? За что душевное терзание, за что все эти наказания? Ходило много разговора, за что Бог наказал Иова, за что детей его лишил. Кто что хотел, тот говорил. Не всех Всевышний наказал. Иова, значит, сердце знал. А, наверное, сделал тайный грех. Бог знает намерения всех. Проказа. Тело все покрыло, жена ему наговорила. Давай, давай, Бога похвали, не мучи нас, быстрее умри. Послушай, что ты говоришь? Ты этим против Бога сил грешишь. Мы доброе привыкли получать, а злое что? Будем отвергать. Я думал, всеми он оставлен, забыт, поруган и печален. Тут меня хватил удар, явился его друг Сафар. Но обмолвились лишь пара фраз, тут появился Елифаз. Был на мгновение Иов рад, когда явился друг Вилдад. 7 дней они не говорили. Я думал, что его забыли. Я ждал, когда заговорят. Иова надо обличать. Всем ясно, его согрешил, хотя на людях свято жил. Они его обличали. Виновным все его считали. Они и про Бога говорили, про покаяние не забыли. А он праведным казаться не старался. Пред ними он не отпирался. Сказал одно. Пусть Бог лишь судит, как скажет Бог. Пусть так и будет. Какой гордец, подумал я. К нему пришли его друзья, он еще их обвиняет, несправедливо, мол, страдает. И не стал я слушать разговор. От них я просто отошел. Все стало ясно про Иова. Для оправдания нету слова. Ну не мог я Иова забыть. Ну кто мог, страдая, так прожить? Я видел, как Иов страдал, глаза он к небу поднимал и ждал ответ, что Бог ответит, страдания Иова заметит. В одно мгновение все он потерял. А как он Богу доверял? Откуда у Иова сила? Ну, такая мысль вдруг посетила. Я до сих пор не знал ответа, как Бог благословляет человека. Но с тех пор той поры минуло много лет. А я помню его ответ. Пусть Бог один меня лишь судит. Как скажет Бог, пусть так и будет. Как мог
просить сюда у Бога, и где закончилась дорога? Подумал в сердце, я не трус, пойду обратно в землю Уц, там все подробности узнаю, друзей Иова повстречаю, хотел, чтобы каждый рассказал, как Бог Иова наказал. Богатства нет, семьи лишился, а самоправедность разбился, все это в мыслях я крутил. Когда к селению подходил, по улицам знакомым шел, где Иов жил, я подошел, хотел увидеть запустение, а сам пришел и в изумление. Красивый дом, народу много, приносят жертвы не Богу. Да что такое происходит? Навстречу Иов не выходит. Говорит, я очень рад, в моем ты доме словно брат. С детьми, с женой меня знакомит. Ну что такое происходит? Богат намного стал Иов, переблюдов много и ослов, а дочки краше просто нету. Вот как принять мне новость эту? Иов над пропастью стоял. А кто его так приподнял? Ну, кто Иову так помог? Ответ один, то это Бог. Бог человека только поднимает. И в жизни все его меняет. Ведь человек его творение, и Бог пошлет благословение. Нам нужно только не грешить, чтобы Господь благословить. Не мог с Иовом находиться. Мне нужно было помолиться, чтобы Бог простил мой гордый нрав. Я перед Иовом был неправ. А Иов давно меня простил. Он Бога в жизнь свою впустил. Всегда Иов боялся Бога. К себе он относился очень строго и чистоту свою хранил, кто б что по нем не говорил. Иов не был лицемер, оставил нам живой пример. Нет силы, сила только в Боге. Вот к нему взывайте о подмоге, лишь только он тебя спасет и к новой жизни приведет. По-человечески нам не понять, как мог Иова Бог поднять. Ну, понять нам сложно, нужно верить. Любовь Господню не измерить, любовь его ведь громче слова. Он умер за тебя и за Иова. Пророческим воскликим словом повторим мы за Иовом. Наш Искупитель, Бог живой. Он восстановит нас с тобой. Нам нужно только не грешить, чтоб мог Господь благословить. Друзья Иова осудили. Свое они получили. А нам нельзя других судить, чтоб мог Господь благословить. Кто в жизни цену заплатил, он знает, Бог все допустил. И никогда других судить не станет, он просто молча лямку тянет. А если видишь, ближний страдает, что, почему? Да никто не знает. И если ты имеешь мнение, не выдавай его за откровение. Каким судом людей мы судим, такими, значит, мы и будем. Вот почему пример Иова приходит мне на сердце снова. Я думал, его Бог судил, а Бог его благословил, поднял, поставил, оправдал, еще дней жизни к жизни дал. Я прямо там пред Господом склонился. Я прямо там слезно помолился. Я прямо там пред Ивом извинился. Потом на дочке Ива женился. Теперь живу я. Не сужу и Богу искренне служу. Аминь.